Если хочешь узнать человека, смотри не на то, как он обращается с равными себе, а на то, как он обращается с подчиненными. Привет, я Даша. Пришла посылочка от Ифраши, я спешу о ней рассказать. Посылочка была очень маленькая, соответственно, видео получится небольшим. Так, мне пришли сразу набором вот такие три новинки по уходу за волосами. Причем, обрати внимание, вот этот вот крантик для ленивых, он не шел сразу шампунем, он шел в комплекте вот совсем вот с этим. Вообще он с обычной такой пробочкой идет. Так, чтобы не было недоразумений, сразу уточню, что у меня тип волос, да и кожи тоже жирный. Соответственно, учитывая этот момент, когда будешь слушать мои отзывы, и учитывая тот момент, что все равно даже у тебя тоже такой же тип, это не означает, что средства подействуют одинаковые. Первое, на что я хочу пожаловаться, это такое вот масло для волос. С чем оно тут у нас? Для восстановления жожоба и македонии. В инструкции написано, что его нужно нанести до мытья головы на 10 минут и только затем смывать. Вот что тебе скажу, ни на 10, ни на 5 минут его не наноси. Иначе волосы будут потом выглядеть так, будто масло не смывали. И, разумеется, будешь наносить ни в коем случае не только корневую систему, только длину. В общем, чтобы продукт зря не пропадал, я его наношу и смываю сразу же. Вот прям сразу. Насчет аромата, чем таким особенным не пахнет. Пахнет просто, вот как обычно базовые масла пахнут, так вот и это масло пахнет. Отдельно не смогу тебе сказать насчет шампуня и бальзама. Все это так же, как и масло для восстановления. Значит, шампунь жожоба, бальзам жожоба еще и с миндалем. Сказать об их влиянии на волосы по отдельности тебе не смогу, потому что я их использовала в комплекте. И эффектом я очень довольна. Волосы выглядят более такими живыми. Ходят, бегают, говорят. У них появляется такой какой-то лоск, я не знаю, что ли. Они начинают сиять. Они мягче становятся, шелковистее на ощупь. Вот. Ну, сразу говорю, что от выпадания это не помогает. Но, в принципе, не должно. Все-таки идет для... Оно же идет на восстановление структуры волоса, а не на... У меня волосы как бы выпадали. То есть я перестала... Чтобы для чистоты эксперимента я перестала пользоваться какими-то масками натуральными. Еще какими-то средствами натуральными для волос. Я пользовалась только этим. И волосы у меня вот как лезли, так и не перестали лезть, и не уменьшились. Как бы я не специалист по волосам, ни парикмахер, ни кто-то там еще. Уж не знаю, повлияли ли они на восстановление моих волос, но они действительно стали выглядеть лучше, о чем я уже выше тебе сказала. Я взяла несколько вот таких штучек. Это у нас называется домашний косметолог, сеанс яркий цвет лица. То есть это у нас пилинг, это у нас маска. Притом, вот за что не люблю маски, их сложно смывать. Не люблю я это дело. Эту маску смывать не нужно. Он такой, как очень жирный крем. Его наносишь на лицо. Он уже там что-то впитывается, впитывается, впитывается. И потом ты просто остатки снимаешь либо бумажным полотенцем, либо одноразовым платочком. Вот, и все замечательно. Очень хорошо питает кожу, действительно. Так что... Очень мне нравится, советую. Ну, это все, собственно. Такая вот была очень-очень чудошная, конечно, посылочка. Желаю тебе замечательного, незабываемого, жаркого, во всех отношениях знойного лета. Пока!